Что вы можете сказать об исчезновении моей сестры? Мало. Или много. Все зависит от вас. Но можно опоздать. Часы тикают. Тик-так. Тик-так. Для большинства эти края глухая провинция, но здесь погребено столько историй. Между двойным убийством и исчезновением моей сестры есть связь? Никакой. Ты главный в полиции. Ты найдешь ее. В городе поползли слухи о серийном убийце. И что же вы там искали? Ничто. А кого? Барбара не умерла. Она жива. У этого человека есть мотив. Он играет со мной. В списке полиции остался один подозреваемый, ваш зять. Ты веришь мне? Хочешь раскопать грязь? Боишься, как бы мы чего-то не выяснили? Вы нужны мне. Разглядите то, чего не видят другие. Найдите скрытое. Я хочу попасть в его дом. Почему вы не продолжили расследование? Береги себя. В деле не хватает страниц. Подумайте о людях, которые любили погибших. Мы знакомы? Не трогайте меня! Поедешь, и все начнется сначала. Она жива, пока я не нашел ее. Они что-то откопали в саду. Скажи мне, что там?